Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Чё, пока тихо? Да. Народ прибавляется. А в прошлый раз сколько народу было? Человек 10, наверное, 11. Я не помню, сколько мы ждали в прошлый раз. Вроде бы там что-то порядка 40 минут. Так, ладно, начнем сначала. Год назад, в октябре месяце, мы проводили мероприятие на другом острове. Мероприятие называлось у нас, если я не ошибаюсь, «Хищник». Кто-нибудь знает, что это? Может, кто-то в курсе из вас? Хорошо. Сидели там за новостями. Нет, кто последний выживает, тот все бабки получает. Сейчас расскажем. Никто не в курсе? Нет. Хорошо, рассказываю. Так, карта, надеюсь, у всех имеется при себе. Откройте карту. А не должен покупать надо было? Да. Смотрю. Так, координаты 135-121, остров Макринеси, вроде называется. Найдите, посмотрите, где это. Это координаты Австралии. 135-120, или что я сказал? Это островок. Ну вот, для упаковок. Под Ред Феникс. Все нашли? Ну да. Да-да. Так, ну вот сегодня нам туда нужно будет выдвинуться. Так, сразу хочу вопрос задать, сколько людей помещается вот в этот вертолет? 8 человек, включая пилота. А нас тут сколько-то, блин, давайте раз, два, три, четыре. Сейчас посчитаем. Побольше. Там 4 вертолета? Да я могу свой достать, вертолет большой. То есть там нет столько места, чтобы сесть. Ладно, ближе к делу. То есть, фильм «Хищник» тоже все смотрели, я так понимаю. Сейчас узнаем, что там. Да. То есть там была, ну я про первый фильм, так говорить, группа спецназа, которая противостояла существу там неведомой силы. То есть он сооружен, да, был технологически развит. То есть у нас сегодня будет что-то похожее, только у нас группа-то набралась, я не ожидал, что действительно столько человек придет. Задача, то есть идея была такова. Взять одного человека, добровольца, дать ему бронежилет, хорошее оружие, это все у нас имеется. И назначить его на роль, так скажем, хищника. Все же остальные без бронежилетов, без всяких автоматов, только могут использовать пистолет, должны противостоять вот этому вот существу. Задача следующая. Убраться с острова на вертолете, либо ликвидировать цель. Победитель получает приз 2 миллиона. Если хищник остается последним, но, естественно, он получает все эти деньги. Вот такая вот история получается у нас сегодня. Так. Короче, крыло будет видно в черном, когда ночь. Это замечательно. Так, хорошо. Теперь... Так, вертолет открыт, красный? Да, открыт. Открыт, все, отлично. Так, 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 значит, командира определили, кто будет? Командир группы-то. Есть кандидат достойный? Вон, дайте парню возможность проявить себя. Ну, вы, конец. Ну, кто тут? У кого есть опыт ведения боевых действий? Выйдите вперед. Я вообще не стреляю, я вообще пацанин. Я почти. А может ты там все-таки побегаешь, что много говоришь так? Да не, я новичок в этой игре. Кирич, прояви себя, давай. Кто я? Твое задание на повышение, беги делай. Да ну тебя нахрен! Это тебе в качестве экзамена будет, Кирич. Только я не Кирич. Я уже стал по экзамену. Да. Выдвигаем лысого. Лысого? Чё, хочу?
Не выживут. Все не выживут, поверь мне. Не, а если останется 9 человек, а в вертолете только 8, можно я там застрелю кого-нибудь? Сейчас я расскажу. Нет, нельзя. Своих тимкила делать нельзя. Так, подожди, давай сначала с лидером определимся. Все, тихо. Этот вопрос я сейчас подниму. Нет желающих или есть, я могу понять. Желающих, блядь, они. Желающих нет, похоже. Мы еще будем наугад, значит, выбирать сейчас из толпы человека-то. Так. Даже не знаю. Давай его. Вот его. Кого? Кто это? Кот покажешь. У которого маска надета. Ну вот, парень, тебе предоставился случай проявить себя. Давай. Ну ладно, салаги, я пойду. Да нормально, ничего не парься будет. Ну погибнем, погибнем. Все, хорошо, определили. Хорошо, все, теперь встать назад. Хорошо. Включу ПНВ, ничего уже не видно, ни хрена. Так, медик сзади, понял. Объясняю, значит, все, объясняем правила. Чистота, все на чистоте находятся, которую мы у Кастро указали, но никто в нее ничего не говорит. В чистоту буду говорить только я, в случае, если хищника завалит, игра будет закончена по каким-то причинам, кто-то нарушит правила, это я все буду сообщать. Поэтому никаких переговоров по рации быть не может, только голосовое общение. Еще раз открываем карту. Начало у нас будет в квадрате 132-116, край острова. Именно с этой точки группа будет выдвигаться в сторону вертолета. Все поняли, откуда? Где вертолет стоит? Да. Можно нарисовать вертолет на карте, стоит где вертушка у здания. Стоит, и начало просто поставить цифру 1, старт, или цифра 2, вертушка там. Кажется, это привлечет внимание полиции. Да, никаких меток лучше не ставьте, чтобы никто не заметил там с посторонних. Так, ПНВ у всех имеется, еда, вода, это вы уже должны были заранее подготовиться. Никаких бронежилетов. Жилеты можно использовать, но бронежилеты ни в коем случае гражданские использовать не могут. Хищник имеет право использовать все, что у него имеется. Автоматы, гранаты, бронежилеты, что у него там спрятано, я не знаю. Мины, если есть, да. А что против правил? Против правил нельзя в воду уходить, по воде как-то передвигаться гражданским. Нельзя покидать остров, нельзя тимкилить. И все? Нельзя не слушать командира. Если командир говорит двигаться туда, значит двигайтесь туда. То есть okay. Все так понятно. Хищник тоже должен слушать. По рации никто не общается. Просто, да, по рации никто не общается. Так, я еще хотел бы одну интересную вещь сделать, но я не смогу, к сожалению, это проконтролировать. Очень хотелось бы, то есть это уже на честность идет больше, чтобы все использовали только первое лицо. Хорошо. А стрелять в качестве это удобнее намного, я скажу, если игру от первого лица стрелять. Атмосфернее. Интереснее. Ну, можно попросить офицера профсоюза ВП-шку поставить, ну, а не мэйдент. У меня нет ВП-шки. У всех есть ВП-шки. У меня нет. Нет, никто не должен знать, что-то происходит. А то какие-то проблемы будут. Понял. Так, следующее правило в случае, если вас подстрелили, замочили, до конца игры никто никого не поднимает, никто вещи с трупов не поднимает. Убили все, забыли про него сразу. Извините, организатор. Да. А у вас записаны все имена? Сейчас у меня имена слетели, которые мы показывали паспорта. Не, вы их не записали, то есть. Не, после я их записал. Если такое, то когда? Что вот, многие откололись. Один человек сдохнет на одном конце острова, а ему никто потом не знает. Потому что он не будет знать, что уже игра закончилась. Как закончится, вот тут видик есть, я скажу ему, чтобы... Подождите, можно же сделать так, то есть вас подстрелили сейчас, он посылает этот самый запрос медику. Он медик ждет, пока игра закончится. Потом я говорю, игра заканчивается, медик по этим точкам работает. Так же можно же? Но у него там точки останутся, они не будут, он сбивается. Да, все, ну, ну вот, ну, тогда хорошо, сразу ставите метку. Так медика зовут. Next. А это кто такие? Ух, Феникс, наверное.
Можете не летать на Газпром? Немножко портить атмосферу. Так, просьба подойти к красному вертолету, чтобы все знали, где он точно стоит. Так что пойдем, пройдемте. Ребят, ну все точно от первого лица, да, ребята? Так удобнее тебе будет от первого лица. Это ясен, красен. Не, ну просто давайте ко мне, на самом деле. Кто без этого? Ну кто без этого будет, тут надо, опять же, на честность рассчитывать. Сейчас проверим, открыт ли вертолет. Еще. Туман начинается, как я понимаю. Это наоборот лучше. Так, вертолет открыт сегодня, закрывайте его. Все в порядке. Ну да, вот выключите сейчас ПНВ, посмотрите, кто там предлагал без ПНВ. Нихера ж не видно. Да без ПНВ не видно ничего будет. Чего вы там увидеть собрались без ПНВ? Кого вот это видно? А-а-а. Так, значит. Хорошо. Все добежали, да? Да-да. Кто-то не отстал. Так, по легенде. Начинаем с этого берега. Не знаю, будем считать, что мы приплыли тут на каких-то подлодках в центре острова. Вертолет, на котором нужно эвакуироваться. Его охраняет хищник. Соответственно, командир сейчас должен, не знаю, там разобраться или план распределить людей как-то. Сейчас. Да, план действия, в общем, от него должен быть какой-то. Сейчас он расскажет обязательно, как будет действовать группировка командира. Нужно слушать. Тот, кто не слушает командира, можно считать, что он выбыл. Так, что еще у нас непонятно? Все поели, все попили, надеюсь, чтобы внезапных смертей сейчас так, не было. Это хорошая идея. Еда кому нужна, могу подкинуть, если кто поесть кому что. А, да, что здесь? Надо попозовить. Главное, нас это желудок сдохнет. Да. Давай быстрее тут. Давай, фронтовые 100 грамм. Нормально. Так. Все готовы? Че, погнали? Подождите. Я скажу, когда начнется игра, и дальше вы... Вам не нужно бежать сразу туда, как, не знаю, ненормально. Вы тут, не знаю, постойте, подумайте. То есть командир сейчас сам должен, в принципе, разобраться, брифинг все рассказать. Должен. Да, брифинг командира. Сейчас спросим хищник. Хищник. Миша, ты тут? Готов? Мы сейчас начнем. Так, все, внимание. 3, 2, 1. Первая игра начинается. Давай, мелкий, давай. Хорошие салаги. У нас 12 человек. Предлагаю разделиться на группы по 3 человека. И идти, короче, вдоль острова. Вот, то есть смотря налево, направо и вперед. Так мы его никак не пропустим. Он нас может положить? Ну, положит. Положит одну тройку, вторая сразу поймет, где он. Народ, я выскажусь тоже. Для этого я Миша не такой тупой, и я уверен, что он не будет далеко отходить от вертолета, поэтому большим грузом мимо него не получится. Поэтому придется все равно по-любому его уводить. Ну так это понятно. И ну, то есть, я думаю, мясом стоит давить. У него там каски вот нету, ребят. Слушайте, у него каски нет, поэтому отлично, у меня калибр большой. Я и по бронику его могу работать. Вот. Ты у него снимешь максимум 3%. Да, не, нормально. Попасть. Зубр нормально пробивает, я как-то воевал. А мне кажется, он сам в узкой части острова встанет, если увидит кого-то, простреляет, и потом уже будет отходить к вертолету. Он займет позицию, нет, для этого... повыше. Послушайте, товарищ, послушайте. Тщательно. Для этого надо выделить двух людей, самых слабых. И пустим их на мясо, дабы его демаскировать. После того, как он демаскируется, с него глаз не спускает. Там его кружим, возьмем пальцы. Можно сделать... И в любом случае, либо спину, либо как мы его зал. Можно сделать так, что первая тройка идет посередине, две тройки по бокам и замыкающую тройку сзади прикрывает, которая идет впереди. Так, просто три человека идут 50 метров, а мы взяли 25 метров прямо, за ними иду сразу следующим, по бокам. Надо отправить 3 мяса пустить. Лево, справа, посередине пустить 3 мяса. И добровольца, который да, первый уборот. Который как только первый контакт, он сразу кричит, браво, или там левый, или посередине.
перед тем, как умереть. Азимут. Давайте, да. Давайте, у всех компасы, кстати. Ну да. Давайте, так, короче, построимся, наглядно построимся, как вообще это будет. Кто будет в первой тройке? Вперед, кто будет? Вот, давайте вот сюда, вот выходите вот к этому дереву вперед. Я мясо. Ну давай сюда становись вот с ним. Вперед, поближе вон, профсоюз. Зайди. Кто еще один? Бля, я слышим, ребят. Давай, все, вот это первое. Потом идет следующее, вот так же. Надо, чтобы справа шли трое человек и слева трое человек. Группа, разбейтесь еще, встаньте справа, слева по три человека еще. От всё, центра. Все, так, кто еще? И еще сзади группу надо сделать. Так, Петушка, ты ну и вот мы сзади, Дурк, я, ты, да, вот да, еще да. Человек, вот, да, ты, Маша. Так, а там трое человек? Еще один, это, конечно, на правую группу, еще один. А, похоже, я посчитал случайно вот этого, еще второго организатора, то есть нас 11. Медика берите. Или подожди. Надо замыкать еще трое. А вот этот человек, вот этот кто? Иди в правую, ты же с нами, да, иди в правую. Сюда тогда. Иди, сюда иди. О, все, вроде по идее нормально, да? Так, Дурк, мы замыкающие, да? Да, мы замыкающие. Так, все, у всех все. Выдвигаемся? Что? Выдвигаемся? Не, подожди. Спеши, не спеши. Оружие все достали? Так. Да, гасить будем. Я думаю, в положении присед есть смысл всем двигаться? Да. Ну, так, только когда подойдем поближе туда. Хорошо, сейчас, значит, идем, это самое, передвигаемся полубегом. Потом, значит, когда подойдем ближе, значит, в положении присед. У всех оружие наготове? Да. У всех патронов хватает? Да. Да. Так, достаточно. Первая тройка пошла. Если что, кричим. Так, все, давайте потихоньку все пошли. Мы справа, народ, мы справа, братан. Продолжение следует...
Чё, попал? Нет. Я думаю, лучше стоит продвигаться, чтобы хищник сразу понимал, что это мы. Ну хорошо. Сколько уже... Я не знаю, он помню. Я видел хищника и человека три мертвых. Но он, видимо, отстрелил часть и ушел назад. Либо он обошел их. Где?
нему попали, что ли? Смотри, кто умер, походу. Жди, посмотрим. Ты все? Молодцы, молодцы, молодцы. Вызывай. Так, все, стоп, игра. Кто его вынул? Кто-то слева от меня. Да. Nice. Похоже, это я его вальнул, ребят. Так, медик на КВ. Все куплено. Да, на КВ. Север, ты где? Скрюш, не первым поднял. Ну тот, кто вальнул, пусть подходит к трупу. Кого только что вальнул. Че вертушки закрыты, ребят? Мы хотели уже на вертушках улететь. Там только одна красная открытая. Бля, мы не ёпрошли. Бишоп. А? Да я тебя Зуброва оттуда повалил. Возможно. Да я шел 20 хпшный. Красава. Я там уже, не знаю, 8-х, наверное, забрал. Смех. Ещё кофе, молодец. Сейчас нормально, всех кто-нибудь соберёмся. Собираемся. Потом опять по этой жизни придёт. Север, ты где? Мы, короче, полностью с севером бежим, значит, такое-то... по краешку, значит... Он говорит, ну что, давай сначала я пойду, типа, ты посмотришь, типа, потом я сам, я посмотрю. Я такой, ну давай, он значит бежит, ты начинаешь стрелять, короче, я понимаю, где ты. Вот. Он, значит, за камушки, я быстро вперед, чтобы дистанцию сократить. И, в общем, расстрелял тебя. Я в тебя 8, сколько, 12 патронов примерно садил. Попал по идее. Два раза. А? Два раза попал. Бля, ну капец. Так что сделаем? Встречаемся и заново, типа, начинаем, или как? А что происходит? Вторая игра идет тихо, аккуратно. Ты особо тут без резких движений, давай. А что, где-то он? На шепоте, надеюсь? Да. Где хищник? Их двое, тихо. Надо типа не смотреть, да, на него? А вон там второй, да, в горах? Я не вижу второго. На 270. Что-то двигалось. Может быть, пошли на шепоте в ту сторону. О, твой. Это где? Похоже, хищник переместился. Ну, стреляли из калаша вроде. Че, есть куда положить ПНВ? Нет. Блин, тут бы коптер был вообще четко с неба все это снимать. Ну да, наверное. Он, смотри, что-то ползет. Где? Вон прям там 200 ровно за камнем. Угу. Он умрет. Кстати, за хищника можно двояко играть, можно устрелять все, что движется, а можно как-то по тактике, чтобы чисто подпускать к вертолету и там отстреливать. Мне кажется, так лучше. Боится сюда перейти.
Да. Росман. Я пока только вот сейчас вот с тобой выстрелы слышал. Что мы один. Что там валяется? Патроны какие-то? Не знаю, не подходи туда. Блядь, никого не вижу. Пиздец, где все? Они везде. Вижу одного. Да, тоже вижу. 100, это 130. Смерть. Смертник. А, 130? Я на это на 180 того вижу, того же вижу, ну 190 где-то за елочкой там. Пойдем на камушек, залезем сверху, посмотрим. Нет. Ты тут останешься? Он сзади спускается. Кому работают? По тому, кто спускался, по-моему. Походу нет, это слева. Тут около нас чувак снизу ползает. А он. Сняли его. Ждите. Да, тот, кто с камня, он, похоже, обойдет его. Там еще живой кто-то. За камнями. Я не вижу, я примерно знаю, где это. А вот он внизу. По берегу идет. Бежит, 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 бежит. Беги, Форест, беги. Смотри, добежал, выжил, охренеть. О, бля, близкий контакт. Да, прям перед нами хищник. Просто ходит, расстреливает всех направо, налево. На! Контрольный.
Ой, а ему там дали патронов? Да, там достаточно. Ладно, смотри. А второй. Второй. А это второй хищник? А чё они в трусах? Это униформа такая? Потому что у них оранжевая была, они сняли. Ты видел? Он того чувака завалил, подбежал контрольный, да, в клуб. Они, походу, перехерачат всех. Мы не укрытие. Узнать, если они всех убили. Ну, я время от времени говорю, если мне отвечают, что убили. Спросить могу сейчас. Есть еще живые? Слышно. Есть, есть. Нет. Ничего по времени сделать там за 10 минут, допустим, надо свалить как-то. Не знаю. Можно попробовать. Хищник. Сейчас салабу-то заебу. Не, ну днем тут невозможно, мне кажется. О, смотри, смотри, сзади, сзади, так аккуратно. Точно нашел? Да, да, да. Нет. Он был моим фаворитом. Ты видишь его? Да, он за домом был. Я знаю, где последний. Он где-то вон там, вот за домом. Куда пошел, где жизнь? Херёси, блядь, как он, где он спрятался? А вот он спрятался. Вон там последнего довольнули. И
Изи пизи, лайман, сквизи. Че, поднимайте тогда. Дай пять, братюнь. Порвал. Хорош. Че? Ты хорош. Ты вообще не нужный. Соник, то есть А вертолет Бишопа не исчезнет в ближайшее время? Что? Вертолет, ну это же... Нет его. Летел. Извини, Север, ты сейчас у нас главный получается? Нет, я... У нас вертушка может исчезнуть, потому что Бишопа нет. Поэтому на ней лететь не стоит. Блять! Куда? Вовремя. Только... Только я, хотел... я только да, рюкзак хотел тоже забрать. Здорово, Север. Как дела, Север? Нормально. Я вас вел, все вы так умерли. Блин, ничего я, нету. Мы умерли, я жив остался, не надо. Да, я вон там сдох. Сани. Придурок себе татуировку без плеца. Реально похуй на здоровье. Он от психиатра. Как-то ехал, короче, за Саней по Подольску, видишь, заматерился. Он вообще не слушай, Подольск! Он мысль отпусти, Подольск! Подрезает, чертишь по своей дороге. Он как сущий бес. Ух ты, ё-моё, давай человека оставим. Бред пошел, бредит пацан. Давайте здесь его оставим, полетим. Давайте поднимем его. Да куда вы его? Давайте обратно вертолет полетели, починим. Покер. Чё, раненого брать с собой, не? Раненого берем с собой, который ранен. Да, да, берем с собой. Да, не, полетели, да. Все, летим нам. Блин, ну ты опасно взлетаешь. Да не сы. Блять! Не волнуйтесь, да ну тебя на. Бля, давайте в воду прыгаем. Ребята, ты, конечно, капец. Выпрыгивайте нахуй. У меня калаш. У меня калаш. Кому можно в рюкзак убрать? Дай калаш, мне это я могу. Нормально. Я боюсь. Не, нормально, прям не веду полиции, да? Все в порядке. Погнали. Все, идем. Если что, там проверка щетки. Угу. Они нас ждут уже. Давайте по-брутальному так. Там какая-то группировка сзади идет вообще. Рыжие в Адидасе. Не ваши ребята? Эй, я вас не знаю. Вот это банда. Кто такие? Максимус. Да возвращай. Короче, нам вот этого сдать надо. Вот этого? Вот этого, да. Так он же такой же рыжий, как и вы. Так он террорист. Подождите, он... Это была шутка, это была неудачная шутка. Он не террорист. Да где полицейский, товарищ? Надержи. Ты это получишь. Полицейские, полицейские. Полицейский здесь террорист. Да не террорист, полицейские. Здрасте. Товарищ полицейский. Товарищ полицейский. Итак, ребята, что у вас случилось? У вас здравствуйте. Его садить очень надо. Много. Да, в общем, короче, сюда такая, значит, на гараже сам там взяли вертушку, но я сам говорю, дайте я, ну, полетаю. Ну, в смысле, как бы, да, за это, за пилота. Ну, в общем, садимся мы все вот гурьбой. Не помню, сколько там человек было. Ну, тут не все, вот тут какие-то посторонние есть еще. В общем, садимся, я, значит, взлетаю. И что-то в ротор попало, короче, и у меня вертушка падает, мы все разбиваемся. И, в общем, на мне вот все, короче, походу. В ротор, да? Документы, покажите. Вот документы мои. Ага, сейчас посмотрим. Я сам из Роттердама. Ты знаешь, что такое ротор? Ну, конечно, я знаю. Что это такое? Это неполное название Роттердама.
Все, до свидания. Окей. Часть вертолета такая есть, запчасть. 9-9. Ты такая умная. Ранение 9 гражданских. Посадить его на пожизненное. Слушай, это маньяк какой-то. Он все врет у нас, расстрелял. Ну, в общем, посадить госпожа, его. Казус вышел неимоверный. Честное слово. Да ладно, а, вот никто, никто ни у кого регистратора не было? А? Регистратора. И что удивительно, не было регистратора? Что, на пожизненное его сажать? Да зачем? Он хороший бордюрчик. Да подожди. На пожизненное. Все же живо остались. Пользуюсь случаем, ребят, кто-нибудь может заняться менторством со мной? Чего? Ну, то есть мне нужно продвинуться дальше по верху или что-нибудь. Я хочу узнать, как включать регистратор, как добывать кокаин. Ну, ребята, вас тут 11 человек стоит. Я надеюсь, полиция не слышит. Да нормально, ну, что я добываю. Все, знаешь, я мир добываю постоянно. В общем, что нам делать? Да нафиг нам не иметь. Я не знаю, вас удивительно, что не было регистратора. Человека. Ну вот, ни получается, я не знаю. Я даже могу на клик поставить и говорить об этом. Это все знают. Полиция, арестуйте его, он добывает кокаин. А сантимент чё, когда будет? Начальник. Что делать-то? За... Слушай, Брайан, что с ними делать, а? Да, ничего с нами не делать, я не знаю, чё... На пожизненное, на пожизненное. Да подождите, чё? Какое пожизненное? Вот смотри, человек привёл это, как вот, свидетелей. У него ранение. Гражданские лица не являются свидетелями. Ага. Здесь подтверждение от сотрудников СЧС. Да, постойте-ка секунду, гражданское лицо это единственное. Почему это не может быть свидетелем являться гражданином? Ну, пожизненное. Пожизненное. Максимус, это не надо его на пожизненное. Пожизненное. Молодой еще какой. Отойдите, вы вообще здесь не являетесь. Вы тут вообще стояли вот там. Вот идите там и стойте. Ну, во-первых, ходите, господин. Да все свалили, разбираемся с гражданскими. Слушайте, а как загреметь в тюрьму на полчасика? Может, кто там, Next, да, был? Да, Next. Next пишет. Но обзови просто кого-нибудь. Бы не, обзывать нельзя, система. Больше попадет. Намного попадет из обзывания. Я бы потом пожаловался оттуда, и что не на кто... вас. Тресни кого-нибудь. За неуставные там поведения. Тресни кого-нибудь. Ты что, у вас могут попадёшь? Подтвердить сотрудники? Да, Next. Сейчас. Пожизненное. Я написал Next тоже. Пожизненное. Можете вывести, он хоть неадекватный? Он только откинул. Вы вообще зарегистрированы в ассоциации школьников, которые я вот являюсь главой этой ассоциации. Я провожу беседу у всех школьников на этом острове. Сам ты школьник. Вы подвоили вообще подходили? Я тебе еще найду на фарме. Ну, да, значит, в черный список вас добавлю. Что да. Я не ну школа. Что, граждане, будут свидетели со стороны медиков? Да. Не будет ему пожизненно отдавать. Ладно, пожизненно, все хорошо. Куда допустите бордюр? Пожизненно, так пожизненно. Какое пожизненно? Пожизненно ему, пожизненно, да, пожизненно. Вы Дона Григорьевна знаете? Чей дождь на улице? Мой. А есть ключи? Да. Дай прокатиться. Да что, ну если я буду пассажиром, то поехали. Блин, хочу прям посмотреть, как она едет. Поехали. Чё, всё, народ, да? Братишка, мы с тобой! Ну да, дайте выйти. Всё? Всё хорошо, ребята. Пожизненное. Пожизненное. Хватай, чтобы вот этого, лысого. Ладно, спасибо большое. Товарищ спасибо. Дайте пройти героя. Пожизненное. Давайте ему пройти. Ну что ж вам пожизненное это не дали? Что, пожизненное? Что? Ваша может к машине? Машина? Или на нашу? Давай так. На починку стоит. Там на рынок нельзя идти. Давай такси до гаража. Такси будет.